В Хабаровске с помощью специального оборудования начали обрабатывать места, где еще можно встретить достаточно много людей. Сегодня провели дезинфекцию на привокзальной площади. Подробности в следующем сюжете. Струи раствора с хлоркой дезинфицируют привокзальную площадь. Для этого привлекли поливочную машину горзеленстроя. Обрабатывают как тротуар, так и газоны. Раствор безопасен для людей и живых существ, но бактерии гибнут. Прохожие такими внезапными водно-хлорными процедурами довольны. В принципе, правильно делают. Как бы надо. Вдруг он почихал здесь. Ну, приезжих много с разных городов, это, конечно, правильно делать. Так надо сделать. Почему? Ну, чтобы бактерии умирали. С сегодняшнего дня на дезинфекции городских территорий задействовано 6 машин. В скором времени будет больше. Часть техники для работы в зимний период переоборудуют, и она будет обрабатывать городские дороги. Все работы проводятся по решению городского штаба. Работы будут развернуты, ну, в первую очередь в центре города, где действительно массово прибывают люди. Это и площади, это площадь Комсомольская, это площадь Славы. Это улицы Муравьева-Амурского и Карла Маркса, улица Ленина, Амурские и Уссурийские бульвары. Основная работа по дезинфекции городских территорий будет проходить в ночное время, чтобы не доставлять дискомфорт гражданам. Анастасия Незнанова, Павел Угошин, Евгений Власов. Смотри Хабаровск. А в обработке задействованы 3 муниципальных предприятия – МУП «Южная», МУП «Восток» и «Горзеленстрой». Последние будут дезинфицировать тротуары с помощью шлангов, там, где невозможно провести уборку механизированными колоннами.